Всем привет, дорогие друзья, вы снова на канале Ранчо Усанч. Ну чё, братва, соскучились, наверное, по казану, по казанной вот этой вот теме, я тоже. Ну просто была стройка, работа, погода мешала. Теперь погода нам не важна, потому что есть крыша, теперь мы можем готовить в любой момент, в любой сезон в казане. А казан — это очень классная штука. Сегодня? Чё сегодня? Ладно, мне в комментариях часто писали, приготовь простое какое-нибудь блюдо вообще, чтобы не заморачиваться, но было очень вкусно. И вот, я вспомнил, это вот именно мой авторский рецепт. Делал я его года, наверное, 4 назад. Это, короче, куриные сердечки с красной фасолью в томатах, получается. В такой томатной основе получается, поверьте мне, очень вкусно. Поэтому погнали, готовим сразу же эти сердечки вкусные. Я подготовил уже все сердечки, я просто скажу, что нужно сделать. То есть мы берем нож. Срезаем аккуратненько жирок вот этот вот. И можно слегка надавить и посмотреть, нету ли здесь запекшейся крови. Здесь нету. Вот здесь сразу же видим. То есть слегка нажимаем, и вот она есть. Да, немного придется это все почистить. Но поверьте, оно того стоит. Убрали, посмотрели, нету. Во-первых, и от жирка избавляемся, и от сгустков крови. А вот эти вот безотходное производство у меня получается, потому что я даю это все своей собачке, которая живет у меня на улице. Так, поехали дальше. Это все будет вначале обжариваться с обжаркой. Самый простой, самый стандартный. Поэтому берем на 1 килограмм куриных сердечек 2 небольших головки, либо одну большую, чтобы сделать хорошую пережарку вместе с морковью. Лук полукольцами нарезали. Сейчас вторую нарежу, но просто покажу. И морковь либо же на мелкой терке нарезаем, либо же можно, как на плов, сделать тоненькой-тоненькой соломкой. И потом вот так вот. Друзья, я забыл сказать то, что в эту пятницу, 16 декабря, будет громаднейший такой стрим на нашем YouTube-канале. Поэтому приходите, начало будет в 19:00 ровно. Постараемся, если не будет никаких запинок, начать. И там будет розыгрыш вообще крутых-крутых призов. Будет 3 приза. А там посмотрим, может, что-то еще разыграем. Поэтому обязательно приходите, будьте на этом стриме, участвуйте, выигрывайте призы. Ну и поддержите нас. Кстати, я буду готовить еще ребрышки. В описании под этим видео будет список ингредиентов, который нужен. То есть, если же есть желание, потому что была идея у некоторых подписчиков, то есть готовить со мной на стриме вместе, вот вместе со мной. Поэтому будут ингредиенты, будет то, что нужно для этого блюда. И готовьте на стриме вместе со мной. Будет вкусно и вкусно и вкусно, и не скажу, что посмотрите. И не забудь друга позвать на стрим. Будет и весело, и вкусно, и призы. Все основные ингредиенты нарезаны, теперь нужно будет подумать о специях. Ступа. Будет 1 чайная ложечка хмели-сунели. Отправляем в ступу. И сюда кориандр целый. Тоже 1 чайную ложку, и все это хорошо вместе перемалываем. Ставим казан, это 8 литров, и разжигаем огонь. Берем подсолнечное масло и небольшое количество наливаем в казан, чтобы обжарить лук. Смазываем стенки казана. И первым делом отправляем обжариваться лук. Делаем самую обычную стандартную обжарку. Или пережарку, кто как называет. Через 3 минутки отправляем туда же обжариваться морковь. И обжариваем в течение 5 минут. Зажарка готова, поэтому достаем ее из казана. И следующим начинаем обжаривать сердечки. Стоит добавить буквально 20-30 мл подсолнечного масла. Их стоит хорошо обжарить прям. Друзья, огонь при обжаривании нужен максимальный, поэтому подкидываем сюда дровишек. Друзья, сердечки обжарили буквально в течение минут 10. Они в полуготовности, а это значит, пора отправлять зажарку. Все это хорошо перемешать.
и в ход идут специи. То есть это как раз кориандр и мелисунели. Все это солим. Здесь, смотрите, по вкусу. Ну, давайте две щепоточки. И черного молотого перца. Перемешиваем. И теперь добавляем томатную пасту. Сторонку чуть отодвинем. 4 чайные ложки. С краешку чуть-чуть ее пришпарим, пришкварим. Вообще ничего не видать. Ни вам, ни мне. Перемешиваем. И также у нас есть красная фасоль в томатах. Вот эти томаты можно сюда вылить. Совсем немного разбавляем водой. Перемешиваем. Теперь нужно это все протушить примерно минут 15. Накрываем крышкой. И огонь уже можно убавлять. Протушили. Отлично. Я попробовал. Уже мягкое. То есть протушивать надо, чтобы сердечки были мягкие. И отправляем сюда фасоль. Это будет и мясо, и гарнир. Огонь уже совсем убираем. Смотрите, фасоль, она очень мягкая. Поэтому слегка перемешайте. И этому блюду надо дать настояться буквально 5 минут в тепле. Закрываем крышкой и ждем. Пока блюдо настаивается, берем зелень и нарежем ее. Просто мелко шинкуем. Посыпаем зеленью уже готовое блюдо. Слегка это все перемешиваем. И вкуснейший обед, ужин, как это назовите, так оно и получится. Получается. Хочу попробовать. И остается это дело все попробовать, отведать и передать вам вкус немного вот одной сердечкой и фасоли. По специям вообще угадал. Главное не передержать, потому что сердечки получаются очень мягкие. Фасоль как гарнир, зеленушка. Можно, кстати, проэкспериментировать, добавить все, попробовать чесночка. Не знаю, что получится. Но это очень вкусно. Друзья, простой рецептик вам в копилочку. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Про стрим не забудь. 16 декабря в 19:00 приходи, выигрывай призы, посидим, поболтаем. Выпьем что-нибудь. Будь весел. Пока.